Ну, тяжелый матч был, сами видели, можно сказать, догола игра была. И хорошо, что Казань удалилась. В такой нужный момент мы забили, наказали их. Если говорить лично о тебе, то в пятом матче подряд набираешь очки. Такую хорошую форму набрал или просто течение обстоятельств? Да я даже не знаю. Ну, играю, стараюсь, где-то получается, где-то немножко нет, но... Ну, как работаю над этим, стараюсь забивать, отдавать по мере возможности, пока получается. Сегодня удачно сыграли в большинстве, за счет чего? Ну, как сказать, за счет чего? Ну, мы наигрываем, работаем над этим, вот так и получилось, где-то я открылся вовремя, и Саша Логинов хороший пас отдал, мне оставалось подставить только, она залетела.